Отслеживать ситуацию в городском округе и оперативно решать проблемы. Для этой цели был создан муниципальный центр управления регионом. Систему его функционирования сегодня проверил министр государственного управления информационных технологий и связи правительства Московской области Максим Рымар. Небольшая экскурсия по помещениям муниципального центра управления регионом. Министр государственного управления информационных технологий и связи правительства Подмосковья интересуется всеми нюансами организации работы. Кто и за что отвечает? Раньше у нас сотрудники сидели каждый в своем комитете внутри. То есть помимо того, что сотрудник отвечал на обращение, он еще занимался другой работой, которая у него была по должностным инструкциям. Сейчас у нас получается, что сотрудник от этих обязанностей освобожден, и он полностью посвящен тем, что он занимается рассмотрением обращений граждан. Во-первых, это и больше времени, и компетентность, и качественность. Все, качество, оно все меняется, и по результатам мы тоже это видим. У нас повторы не сократились, это уже показатель того, что сотрудник, когда отвечает, он уже задумывается над тем, что он пишет заявить. А персональная ответственность сотрудников, которые это сотрудника и директора, которого у нас Лена Владимировна взяла на себе эту ношу. Самое ответственное на сегодняшний день, ну, самое ответственное есть, направление. Да. Потому что по этим ответам жители воспринимают наши решения. Сотрудники ЦУРа – 13 человек. Сюда к ним будут стекаться по разным каналам связи все заявления и жалобы от жителей Серпухова в режиме 24/7. Принять, обработать их и направить на исполнение, чтобы в максимально короткие сроки решить проблемы, обозначенные в обращениях. Не допустить повторных заявлений и жалоб – вот основная функция Центра управления регионом, созданного по аналогии с региональным центром по поручению губернатора Андрея Воробьева и в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Муниципальный центр управления регионом работает над получением информации от обращений, поступающих непосредственно в администрацию городского округа Серпухов, на интернет-портал правительства Московской области «Добродел», личный прием. Это различные источники, например, социальные сети, еще поступление заявок на диспетчерские службы и так далее. Работа в центре организована по нескольким направлениям – ЖКХ и энергетика, дороги, образование и здравоохранение. Благодаря ему руководство муниципалитета и области может в реальном времени отслеживать ситуацию в городском округе. Сотрудники будут помогать жителям оперативно решать самые разные вопросы – от перебоев с вывозом мусора до нехватки места в ближайшем детском саду. Стоит отметить, что Подмосковье в числе лидеров по внедрению современных разработок, в том числе и в управленческой сфере.